Всем привет! Вы смотрите видеообъявление о конкурсе, который пройдет в ближайшее время. А точнее, я бы назвал это не конкурсом, а турниром, таким глобальным турниром. Многие меня спрашивали, когда будет продолжение конкурса «Самый лучший дом», практически после каждого выпуска меня это спрашивают, и на этот раз я решил все-таки пойти немного другим путем и сделать что-то более глобальное, потому что конкурс «Самый лучший дом» у нас уже существует достаточно давно, аж 2013 года. Начнем с того, что конкурс «Самый лучший дом» обычно мы давали игрокам участки 25 на 25 блоков, 50 на 50 блоков и так далее. И на все это у них было всегда 2 часа времени. 2 часа, чтобы построить что-нибудь интересное, где, ну так сказать, соревнования между строителями, где все попадали практически без всякого кастинга, без, ну, оставляя заявки в нашей группе. Вот. И сегодня мне пришла вот такая идея сделать конкурс, точнее вывести конкурс на новый уровень, назвать его, собственно, конечно, я пока еще не решился, как он будет называться, но назову его, наверное, там, «Битва лучших строителей», что-то в этом духе. Итак, на этот раз это огромная арена, очень огромная арена, тут сейчас 8 участков, и каждый из этих участков 200 на 200 блоков, если я не ошибаюсь, да. Это вот такие вот огромные квадраты, вот вы можете их видеть, вот я пролетаю, он даже не прогружается, прорисовка, настолько участок на самом деле не маленький. Так, значит, 200 на 200 блоков. 8 участков. На этих участках игрок может построить не только самый лучший дом, но и просто любую красивую постройку, которую ему захочется. То есть полная свобода действий. Главное, чтобы это была очень качественная и красивая постройка. На момент этого конкурса, когда наберутся участники, у них будет 14 дней. 14 дней, чтобы построить что-нибудь интересное. Ну, естественно, не в режиме нон-стоп, они могут заходить даже через день, как им захочется, но, в принципе, чтобы движение было какое-то, чтобы они строили. Я просто буду это все контролировать, каждый день заходить, смотреть, где идет процесс, где не идет процесс. Если строительство на каком-то участке остановилось, участок освобождается, и на этом участке может принимать участие другой желающий, ну не желающий, а игрок, который оставит соответствующую заявку. Это я тоже сейчас расскажу подробнее. Так вот, 14 дней, это 336 часов вроде, да, 336 часов, вот это вам уже не 2 часа, это 336 часов, где вы можете проявить себя в роли самого лучшего строителя. Вспомните предыдущие серии «Самый лучший дом», где вам давали всего лишь 2 часа, и за это время многие игроки строили просто очень красивые постройки, ну а тут же времени будет просто навалом. И естественно, не каждый сможет участвовать в этом конкурсе, потому что для участия в этом конкурсе вам нужно оставить заявку по образцу в нашей группе и прислать небольшое видео о том, какие постройки вы строили раньше, чтобы мы имели хоть какое-то представление, разрешать вам принимать участие в этом конкурсе или нет. На самом деле я не встречал подобных конкурсов, где происходит вот такая вот битва, то есть тут у нас 8 участков, и каждый из них в режиме реального времени может, ну, соперничать с соседом. Тут у нас вот куча участков таких, вот как-то так. Итак, давайте расскажу вам, вот что вот это вот за коридоры такие, наверное, вы спросите. На самом деле, снимать на протяжении 14 дней, как происходит весь процесс, я, наверное, не смогу, потому что это очень долго. Я буду просто каждый день заходить, смотреть, что изменилось, есть ли какая-то движуха. А вот этот коридорчик, он был создан для зрителей. Так, то есть тут у нас могут, сейчас, секунду, будет отдельный варп за эту сторону. Так, сейчас попаду туда как-нибудь. Опа. И, ну, и там с одной стороны у нас есть портал. И можно вот ходить вокруг арены в качестве зрителя, смотреть, что происходит у нас, кто что строит. Естественно, даже если вы сможете каким-то образом попасть через эту ограду на арену, то вы ни в коем случае не сможете им помешать, потому что все эти участки будут под приватами, и хозяевами будут только участники своего участка. Так вот, вот, значит, для того, чтобы принять участие в таком масштабном, назовем, конкурсе,
нужно не просто оставить заявку в нашей группе, ссылка, кстати, опять в описании, нужно прислать, так скажем, видео своих работ, или хотя бы одной работы, ну, чтобы знать, кто у нас в кандидаты намечается-то. То есть не просто там каких-то пару скринов, а желательно прислать, ну, небольшое видео вашей постройки, чтобы мы смогли оценить ваше вообще умение в качестве строителя Майнкрафта. Так, сейчас вернемся на арену. Да. И оставить заявку по образцу. И потом, когда наберется минимум 5 участников, минимум 5, сейчас максимум 8 участков, а конкурс уже можно, я думаю, считать, начинать от 5 участников. То есть набирается 5 участников, я даю еще один день, смотрю, не наберется еще дополнительных пару участников, и тогда уже могу начинать объявлять старт. То есть они соберутся все в одно время, будет объявлен старт, и отчет в 14 дней или 336 часов пойдет. Когда пройдет это время, строительство на всех этих зонах будет прекращено, права у них будут... Я отберу эти права, то есть никто уже ничего не сможет строить на этих участках, и начнется, так сказать, ну не знаю, облетим, посмотрим, что за это время у нас смогли построить участники. Сейчас главное это набрать заинтересованных в этом проекте людей, потому что если вы думаете, что вы зайдете сюда на пару дней и все, и построите какую-нибудь будку и этим отделаетесь, то ничего подобного. На протяжении всего вот этого времени вы должны что-то производить. Вот как-то так. Так что и подумайте, хотите вы принять в этом участие или нет. Если же вы соглашаетесь, то 100% на протяжении всего вот этого времени, как будет старт, вы просто должны производить, строить что-то интересное. Ну вот, думаю, я подробно пока более-менее в общих чертах рассказал, что планируется в ближайшее время. Когда мы наберем 5 участников, я сделаю еще одно видео, и тогда уже будет отдельное видео о том, что конкурс начался. Ну и будет еще третье видео, это заключение. Вот когда уже все построят, мы тут посмотрим, что да как. Вот так вот, так что... Все желающие, ждем ваших заявок в группе по образцу и обязательно видео ваших работ, чтобы мы знали, из кого вообще кого выбирать. С вами свяжемся обязательно и дадим знать, когда... Что-то нет, не криво тут у нас. В общем, дадим знать, когда начнется сам конкурс. Вот. Ну что ж, всем пока. Спасибо, что посмотрели это видеообъявление. Увидимся в недалеком будущем. Самый лучший дом, но на самом деле это не самый лучший дом. Сегодня я вам расскажу о том, что же это такое. Итак, на протяжении многих веков и времен Петра Первого...